Новые автомобили оснащены по последнему слову техники. Здесь могут помочь даже тем пациентам, у которых остановилось сердце. Для этого в машине присутствует дефибриллятор. Помимо дефибрилляторов, в салоне есть все самое необходимое. Здесь можно сделать ЭКГ и подключить больного к вентиляции легких. Врачи уже оценили преимущества новых машин. В этом автомобиле можно оказать помощь любому пациенту, остро нуждающимся, также которые там после ДТП с инсультами, с инфарктами. Автомобили пришлись по душе и водителям. По их словам, в каждом салоне есть кондиционер и система отопления. Кроме того, машины обладают повышенной проходимостью, что особенно важно для отдаленных уголков региона. Ну, начинали мы на РАФ работать, были машины неплохие, но сейчас более современные и проходимые машины. Представители региональных больниц получили ключи от новых автомобилей из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он поблагодарил врачей за добросовестную работу и кропотливый труд. Мы точно не обойдемся без вас, без тех врачей, которые на передовой. Потому что именно врач скорой медицинской помощи первым на помощь приходит. И неважно, где она требуется. На магистралях автомобильных, на наших водных объектах или дома. После торжественной церемонии экипажи разъехались по своим участкам. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.